1 января 2024 года Московская область перейдет на новую схему техобслуживания газового оборудования. Главная цель – обеспечить безопасность потребителей голубого топлива. Заниматься этим вопросом будет одна компания – «Мособлгаз». Чтобы перемены для жителей не стали сюрпризом, в регионе проводят информационную кампанию. На этот раз нововведение обсудили с представителями садовых товариществ. Если на данный момент, да, до 1 января, приостановка подачи газа была только по факту подтверждения неисправного газового оборудования в строении, то с 1 января будущего года ресурсоснабжающая организация «Мособлгаз» не вправе, не будет иметь права поставлять газ в индивидуальные, абоненты, у которых нет в наличии договора на техническое обслуживание. В СНТ, в котором проживает Сергей Рассолов, не все жители заключили договор на техобслуживание. Такая экономия чревата трагическими последствиями и отключением газа. У нас не у всех газ, во-первых, есть. Хотя вопрос тоже поднять, но это, скажем, администрацию ближе. Значит, мы будем, кого есть газ, будем заключать договор. Мы хотим, чтобы вы нам предоставили доступ в ваши чаты, которые у вас находятся с жителями, чтобы напрямую общаться с ними, соответственно, выносить информацию, отвечать на вопросы, которые будут поступать. Вопросов много, мы готовы на них отвечать. Заключение договора на техобслуживание сыграет на руку собственникам, поскольку сделает использование газового оборудования безопаснее. А вот мошенникам придется значительно сложнее. Благодаря единому стандарту сотрудникам «Мособлгаза» можно будет легко узнать по спецодежде и удостоверению. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».